Как вы знаете, в карпаркинге есть РП-сервера, но не всем удавалось на них зайти. Но вот сегодня мне удалось побывать на одном из них. Получилось очень интересно. Итак, вот мы уже на этом самом РП-сервере, вот моя бэха тут стоит, все, я сажусь в свою БМВшечку. Вон там уже другие игроки катаются по РП-серверу, тут у нас на этом РП-сервере еще онлайн вырос, так что вообще ролик бомбовый сегодня будет. Снимаем, короче, машину с ручника и поехали. Реально онлайн вырос, смотрите, полиция добавилась там, скорая помощь, прикольно вообще. Вот мы, короче, должны соблюдать правила, все-таки РП-сервер, да, но я сегодня правила соблюдать не буду, потому что сегодня я буду в роли, знаете, такого жесткого гонщика, потому что, видите, у меня тут тонировка. Я тут единственный на сервере с тонировкой. Какого-то челика стопорнули, видите? Там, короче, полиция его к обочине прижала. Здравствуйте, здравия желаю. Блин, зачем подрезаете? Я случайно. И ездите без поворотников. Что тут за шумиха происходит? Протестую с поворотниками. Поморгал фарками, уехал. Давайте мы тогда тоже уезжаем отсюда, чтобы мне потом какие-то проблемы мне, чтобы не было. Вот, то есть реально РП-сервер в карпаркинге. Опа! Опа, мне кто-то гонку предлагает, пацаны. Давайте тогда соглашаемся. Вот 402 метра, сейчас будет какая-то гонка. Так, это тот самый, получается, чели, который сейчас в розыске, да? Блин, надеюсь, потом за нами полиция не будет гнаться из-за этого. Ну, давайте это пока полиция не видит. Быстренько сейчас гоночку устроим. Что такое первый заезд. Опа, и я выиграю. Решающий, если я сейчас выиграю, то, получается, деньги будут мои. Вон там, вон позади вообще. Моя М5F90 уделала вообще его. Давай, давай, М5F90, давай, я тебя верю. Я в тебя верю. Ой-ой-ой, как нас трясет, как нас трясет. Капец, заносит, давай, давай. Фух, фух, до финиша доехали. Все, мы победили, пацаны. Ты проиграл, гони бабки. Так, все, пришли, все, бабки я получил, все, спасибо за гонку. Опа, потом полиция приехала, походу. Так вот, приехал полицейский, вышел из машины, и что сейчас будет? Здравия желаю, здравствуйте, товарищ полицейский. Я разве что-то нарушил? Блин, короче, мы устряли, пацаны. Просто стоите на дороге. Да так, тут гонки проводим нелегальные, так, ничего, в принципе, такого. Я просто его дразню, я хочу, чтобы он погоню за мной строил. Опа, вторая полиция подъезжает, второй полицейский. Гонщиков не видели. Я и есть сам гонщик. Все, и после этих слов берем, разворачиваемся сейчас и уезжаем вот так вот, задний ход. Опа, все, и уезжаем. Они сейчас за нами погоню начнут делать. Я этого и хотел, ну просто чтоб экшончик такой был у нас в видосике. Давайте, все, погнали, погнали, они за мной гонятся. И все, пацаны, погоня началась. Там первый полицейский, второй. Мне штраф еще выписали за превышение скорости. Но погоня у нас продолжается все равно. Короче, там два полицейских, короче, два гонятся. Смотри, какая у меня классная бэха. Ой, блин, блин, засмотрелся на бэху, блин. Блин, сейчас что происходит? Авария, блин. Еще одна авария. Ладно, давайте потом уже посмотрим, что у меня там сломалось. Давайте сейчас уже доедем. Куда-то скроемся где-то, а потом уже посмотрим, что у меня там сломалось. Так, короче, я нашел вот такую вот нычку. Так, мы вот тут вот спрятались. Надеюсь, они меня не найдут. Йоу, ребят, а вы уже видели новую бесплатную игру про Россию? В игре есть все машины из реальной жизни, которые даже можно тюнинговать. А чтобы заработать на эти самые машины, в игре есть разные профессии. Вы можете быть рабочим, доставщиком, полицейским, военным и даже бандитом. А если ты новичок, то вводи мой промокод СУЕТА. Ты получишь 120 тысяч и четкую BMW M5 F90. Переходи по ссылке в описании и играй со мной. Ага, вот передний бампер повредился, да, вот. Все видно. Блин, нычка плохая была. Я еще сам, получается, себя забаррикадировал этой нычкой. Блин, еще сейчас будет брикажируй. Он хотел сказать брикадируй, брикажируй, с ошибкой пишет. Короче, да, все, выходим из машины, как я понял, да, вот мне пишут. Выходим из машины. Ладно, ладно, все, пацаны, все. Ко мне в машину, хорошо, иду в машину, все хорошо. Смотрите, какая классная тачка, вот, Mercedes, лупаты, вот, AMG. Ой, блин, блин, засмотрелся, извиняюсь, все. Сажусь в машину, все, извиняюсь. Ну, реально, смотрите, четкая у него тачка полицейская. Ну все, мы, получается, едем в участок. А чё моя бэха? А чё мою бэху забрали? Чё там на ней кто-то едет? Блин, пацаны, кто на моей бэхе там едет? Блин, это походу, короче, меня сейчас в участок, а бэху на штрафстоянку везут. Капец, пацаны, вот это мы встряли с вами. Так, сюда меня ведут сейчас в этот самый, в участок. Скорее всего, сейчас в какую-то тюрьму меня посадят. А машину туда, на штрафстоянку, короче. Ой-ой, толкаются. Хорошо, все, иду, все, вопросов нет. Имя, фамилия, отчество. Давайте придумаем какое-то имя, фамилию. Вот, Пупкин, Иван, давайте, этот самый, Петрович, мы так пишем. Меня на самом деле не так зовут, но это я так чисто прикалываюсь над полицейскими, вот так вот им напишу. Вы сядете на 13 лет? Какие 13 лет, блин? Мне всего 14, какие 13 лет? Блин, что-то мне это не нравится. Ладно, надо убегать, да, полковник?
Надо, короче, убегать от этих полковников, потому что на 13 лет, блин, срока это капец. Убегаем, убегаем, все быстренько, быстренько сматываем отсюда, капец. И вот сюда вот какая-то жига тут стоит, давайте в нее сядем, все. И на этой жиге сматываем от ментов, блин, они там сзади бегут, они не понимают, что происходит. А я сейчас беру простенько и уезжаем отсюда, все. Фух, такой хороший день, купил себе чипсики, сейчас пойду дома похаваю с чайком. Блин, а что это за черные машины рядом с домом? Какие-то бандитские тачки, какой-то джипик, BMW там у нас. Блин, это что, походу бандиты меня грабить начали? Или стука, без разницы? Ошалеть, какая плазма, блин. Срочно давайте попробуем зайти домой. А что домой не заходит? Валим. Они, короче, ключи забрали от дома, и теперь я не могу домой попасть. Что происходит, пацаны? РП-сервер меня обокрали здесь. Так, давайте сейчас подождем полицию. Ага, вот видите, полиция уже приехала за этими бандитами. Вот видите, уже выезжает. И все, они, короче, сейчас будет там у них какая-то погоня, не знаю, потом. А я сейчас тогда сажусь в свою жигу и поедем в отделение полиции. Позадаем вопросы. Ну, короче, едем на разборки. Короче, мою машину отобрали, теперь мне нужно купить где-то новую. Для этого я приехал на авторынок, и сейчас мы будем здесь как раз ее выбирать. Так, в общем, приехал я на авторынок и вижу вот такая вот первая машина, это четырка, спрашиваю, за сколько четырку продаешь? Так, а ну-ка. 300 тысяч рублей, не наглей, малой, ты что такие цены, где ты видел? Я вижу вот такого вот продавца, спрашиваю, за сколько вы можете продать свою машину, вот за сколько продаешь? За 150 тысяч он продает рублей, ну это конечно много, так я ему пишу, за 100к заберу, короче, машину. Да, он идет ко мне на уступки, все, я покупаю. Ну, наконец-то у меня есть новая машинка, теперь могу со своим другом Толяном продолжить дрифтить. Посмотрите, как боком дает, и я вместе с ним. Вот такой вот парный дрифт получается на РП-сервере. В этом районе у нас почти что нету полиции, поэтому мы можем себе спокойно в кайф пораздавать бочком, никто даже не заметит. Во-во-во, вот это моржует просто из-за стороны в сторону, и вот так вот в поворотик хорошо заходит, и я вместе с ним. Так, только аккуратно, прикольно дрифтуем. Так, а где Толян? Толян, а где ты едешь? Толян, аккуратно, аккуратно! Ой-ой-ой, Толян, что там с тобой произошло? Ты как там, живой вообще? Блин, выходим срочно с машины, спасаем Толяна. Реально приехал эвакуатор, прям как я вызывал. И сейчас машину Толяна вот так вот грузят на эвакуатор. Реально по РП грузят. И все, сейчас они должны поехать. Но мы еще ждем скорую, надо Толяна подлечить. Вот и мой друг Толян подъезжает, тот самый из прошлой серии. Здорово, здорово, как там у тебя? Как жизнь, как сам, рассказывай. Да нормально, сегодня уличные гонки. Ничего себе, реально какие-то уличные гонки на этом РП-сервере есть, прикиньте. Ты, кстати, присоединишься? Надо подумать. Короче, поехали. Пацаны, вот такие вот уличные гонки у нас получаются. Главное, конечно, чтобы нас менты не спалили. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. И что сейчас будет? Блин, быстрее удираем, они прямо на хвосте за нами едут. Толян, ты зачем меня вообще сюда повел? Там другие друзья тоже удирают от ментов, так вот так быстренько. Мы хотим от них скрыться сейчас, как можно дальше от них уехать. Они прям рядом-рядом. Как же близко уже полиция, уже даже такое напряжение какое-то появляется. А я вот так вот разворачиваюсь и в другую сторону. Так, обхитрили, знаете ли, ментов немножечко. Ничего себе, они даже подкрепление вызвали. Теперь уже два мента за мной гонятся, не один. То есть реально все как в реальной жизни. Пацаны, мы походу уже начинаем уходить от погони, я вот вообще ментов почти не вижу. Добрый день, ребятки. Сейчас ровно 2 часа дня. И мы начинаем наш аукцион. На аукционе сейчас машина ВАЗ-2114. Итак, 110 тысяч есть. Пока что он больше всех предложил. Давайте я предлагаю 120к. Ага, Кукис предлагает 120 тысяч. Но его тут же перебивает человек красной кепки с ценой 130 тысяч. Давайте 140. Кукис предлагает 140 тысяч. Человек в черной футболке готов заплатить 300к. Неужели машина достанется именно ему? Да не офигел, блин. Она не стоит 300к. Ну ладно, давайте 330. Вот это гонка. Так, 330 есть, 340 есть. Так, Кукис предлагает 700к. Забирает машину. Аукцион завершен.
добрым утром, проснулся, потянулся, вон там мой кофеечек стоит, а вон там моя новая машина, которую я вчера на аукционе забрал. Так, что тут у нас в этой четырке? Ага, ага, ну тут надо, короче, масло поменять и форсунки немножечко заменить, это уже старое. Ну тогда поехал я к автомеханику, моему другу, сейчас он тогда полечит ее. Вон там уже мой знакомый стоит, езжаю, вот, оставляет свою машину. Здорово, ее тут нужно масло поменять, ну еще форсунки сделать. Сколько по цене будет? По карте? Да, по карте. Оп, все, пришли. И вот, наконец-то, моя малышка готова. Погоди-ка, мне тут Толян звонит. Что на этот раз он хочет? Здорово, братишка. Погнали на ночную сходку. Да блин, Толян, ты уже надоел со своими гонками. Нет, и еще раз нет. Ну, братишка, последний разочек. Ну ладно, последний раз. Давай гонку. Ставлю 40 косарей. У нее такая какая-то супра. А я сейчас на своей четырке. Раз, два, три. Погнали, вырываемся вперед. Ага. Все, супра уехал от меня. Ты проиграл, гони деньги. Ладно, держи свои 40. Вот это круто, вчера ночью погоняли там, и такие крутые всякие гонки были, и крутые там тачки стояли. Вот реально кайф был. Но сейчас я возвращаюсь к себе домой, там уже меня ждет мой любимый кофеечек, чаечек. Сейчас приду, свой кофеечек попью. Погодите-ка, а кто это тут стоят? Это вместо кофеечка ко мне домой менты приехали. И что сейчас будет? Ладно, выхожу, короче, из машины. Что за дело? Что вы тут у меня дома делаете? За нарушение правил вам грозит срок лишения свободы до 2 лет. Блин, на 2 года меня забирают. Не надо в тюрьму, не надо в тюрьму. Одел наручники. Меня сейчас ведут в машину вот эту черную страшную. Открывают вот так вот прикольно дверь по РП. Меня вот эту вот, короче, дверь посадили. Я сейчас тут нахожусь. И меня куда-то везут. Везут они меня, знаете, куда? В тюрьму, все, вот там мое место. Вот так вот, короче, сопровождают еще нас полиция. То есть меня ведут на вот этом спринтере. И еще спереди нас вот такая вот полиция едет, типа сопровождают. Реально прикольно. Меня, короче, привезли вот это вот полицейское отделение. Блин, меня прямо отсюда вот так вот вытаскивают. И сейчас будут везти туда, в тюрьму, собственно. Вот полицейский вышел, пройдемте за мной, говорит. Открывает вот эту вот дверь и меня толкает сейчас, сами знаете, куда. Меня толкает в тюрьму. И на вот таком вот грустном моменте мы заканчиваем эту серию. Этот РП-сервер я скину в своем телеграм-канале. Ссылочка будет в описании. Если мы наберем под этим видео 3000 лайков, то я сниму продолжение.